Так, блин, немножко намочиться мне пришлось, пока эту реку переплывал. Так, окей. А, стоп, чё? О, всем привет, друзья, с вами я, Арсений. И сегодня я буду рубить деревья в этом прикольном лесу. Это будет, короче, новый формат видео, где я буду что-то делать, и с вами разговаривать. Вот я срубаю дерево, то у меня запасы нужны. А то у меня этот... К зиме надо же готовиться. Вообще, и так зима сейчас. Просто в Майнкрафте этого не видно. Блин, слишком тяжело это дерево срубать. Вот я с собой еды взял. Я с собой еды взял. Вот. Ой. Блин, какая речка эта грязная. Немного. Да. Ну, в принципе, это не самое. Сейчас интересно будет, пока я тут это дерево добываю с вами. Блин, дождь пошел, фу. О, попугай, здорово. Короче, это вам, наверное, будет неинтересно, как я добываю дерево. Так что сейчас я включусь. Ну вот, друзья, как вы видите, гроза еще и до сих пор идет. Я уже промок, тут это еще стемнело, капец, как. Смотрите, сколько я дерева добыл. Капец. Ладно. Я даже не знаю, где я нахожусь. Капец, я заблудился. Ничего, я мэр, я все знаю. Я же мэр деревень, я, наверное, знаю все, где это находится. Так, блин, а какая-то опять водоем какой-то. Ладно, придется искупаться. Так. Дождик. Уже идет целый день. Так. Какая-то поляна странная. О, какая-то деревня. Надо к ней пойти. Блин, она на болоте. Наверное, тут вязкое все будет. Тут кувшинки есть. Хопа. Оп, оп. Паркур рестарт в деле. Блин, упал. А, фу, какая она грязная. Как тут вообще живут люди? Нет, тут не люди живут. Странно. Так, лиана. Блин, чуть-чуть лианы сломал. Но, мне кажется, они на меня не обидятся. Эти люди. И кто тут живет вообще? О, портал. Которым... Это... Сюда же можно было телепортироваться даже. Наше портальное метро. Как он там называется? Сейчас по кувшинкам к этому огромному дому подплыву. Точнее, пройду. Реально, самый большой домик. Сейчас... Опа! Так. Так, стучим. Блин, не открывается. Ладно, тут есть лиана, можно забраться. Так. Оп, оп, сюда. Блин, тут забор. Кстати, а почему тут все синее освещение? Что тут за люди? Что тут за люди живут, да? Или кто тут вообще живет? Вот какой-то еще дом с большой трубой. Надо к нему подойти поближе. Хопа. Хопа. Эх, надо бы одежду сменить, то у меня нет с собой. Так. Какая-то странная вещь тут. Что-то. Такс. О, сундук. Может грабануть? Так. Рука. Блин, рука не протягивается. Капец. Ты кто? Чё такое? Врезался О, я. очухался ты? А ты кто такой? Блин, быстрее от этого валим. Блин, он решетки поставил. Так, чувак, а ты что это у меня тут хотел украсть, а? Ну, я думал припасов себе найти, я ж потерялся, я дровосек, смотри, сколько у меня дерева, тебе надо дерево? Ну, нет, у меня тут и так много дерева, я вообще этой деревней правлю. И зачем воровать, если ты мог просто подождать меня? А я не знаю, что это за деревня-то, я даже не знаю, тут люди или кто тут вообще живет-то. Здесь живут такие, как я, огры. Почему я, который правлю почти всем миром, не знаю этого? Интересный вопрос. Ну, эта деревня построилась не под твоим присмотром. Кстати, тебя как звать? Меня Арсений. А, меня Шрек.
О, так это из этого мультика дримворсовского. Шрек, по-моему, так Не называется. знаю, не знаю, о чем ты говоришь. Ну ладно. Так, если ты не хотел мне зла, то тогда что ты хотел? Мне нужны припасы вроде, а то моя еда, она протухла уже, я тут как бы только два кусочка осталось. Вот, держи, может, ты А, ешь ты такое. заголоденился, что ли? Да, у меня вот дерево тут дофига, дровосек. Вроде нормально пахнет. Колбаса. Я не О. знаю, как-то что-то она так себе естся. Я вот два куска Так. съел, ну, Ну вообще. хорошо, ладно, я тебя прощу на первый раз, будем с тобой друзьями, хорошо. Ну давай тогда я тебе покажу свою деревню и дом, если ты не знал, что тут у меня находится. Ну пойдем, только твои решетки убери. Ну нет, давай сначала дом, вот. Только ты, давай ты, мы договоримся, что ты не будешь убегать, я же тебе зла не хочу сделать. Просто я что-то смотрю, кто-то шарится у меня в сундуке, а, ну я и перебью, ну Надеюсь, ладно. это надеюсь, ты не каннибал. Нет, ты ведь так вот смотри, что у меня на столе. Я ем это очень вкусную еду. О, так это фугу рыба. Прикольно. Это не важно. Ну, Картошка. короче, Фу, что смотри, у ты меня ешь? тут это шкура из змеи, потом у меня тут получается кроватка есть, всякие полочки, шкафчики, вот, фонарь, вот. Потом это вот у меня сундуки всякие есть, С то, что едой тоже. накопилось. Вот, так, кстати, Вау. можешь заглянуть, что-нибудь посмотреть, всякие травы у меня тут есть, из которых я готовлю. Интересно, Вот. интересно, ты тут живешь. Ну, это мой диванчик, я на нем обычно отдыхаю тут, вот, читаю книжки. Вот, тут у меня запасы, тут еще у меня всякие есть, это склянки, Стакан. бутылки. Вот. Ну, а здесь я вот еду себе жарю, вот, например, сейчас у меня тут лосось готовится, вот. Свеча вот тут у тебя. Вот, ну, вот, еще что у меня есть, вот, а у меня есть окошки целых 5 штук, так, Вот, я вот, через это хотел руку просунуть. Да я знаю. Вот и фонарь есть, в принципе. Ну ладно, отпущу тебя. Пойдем. Мне интересно даже, кто тут живет. Вообще, вы не люди, получается. Нет, я же говорю, мы огры. Вот. Ну смотри, то есть я живу в огромном-огромном дереве, которое давно-давно упало, и остался только пенек. Вот. А, это Я пень, тут оказывается. такой. А вот Ну это да, я вот. пытался в этот дом проникнуть, этот большой. Что это такое вообще? Ну, а там пока что никто не живет, это общежитие. Вот, а это вот главный дом. Ну ладно, смотри, тут у меня всякие таблички есть. Так, ну а здесь у меня мой легендарный туалет. Камыши. Да, ты Вот. точно это тот чувак из мультика DreamWorks компании. Вот. Ну, здесь я иногда ловлю всяких чешуйниц, которые Прям мне смотри. надоедают, и я их жарю. Вот здесь вот. Опа, Так. паркурчик небольшой. Не, это не паркурчик, это Ай. здесь моюсь, иногда подперживаю. Блин, фу, Ну ладно, ноги у меня упали. хорошо. Так, Сюда. блин, дождик. Опять дождь, ну задолбал уже, а это что такое? Это я здесь умываю, смотри, вот у меня здесь это из улитки выдавливаю себе, получается, как зубную пасту, и кость это моя зубная щетка. А, ну а с помощью Прикольно. этой штуки я стираю свои вещи. Вот она потом в горке. Вот. Ну, здесь у меня такое зеркало. Ну, а здесь я рисую. Вот. Прикольно нарисовал Ну, а картину. здесь я вот так вот зачерпываю воду. И вот сюда вот так вот выливаю. Фу, такая вода мерзкая. Как ты тут купаешься? Ну, я же огр, ты что? Ну да, все-таки. Кстати, я еще умею управлять дождем. И раз, и два, и три. Ба-ба-ба-ба! Ладно, это шутка. Так, смотри, ну тут получается у меня всякие домики, тут живут всякие мои огры, вот. Ну, эти домики еще побольше немножечко, Можно вот. поселиться здесь за ноль денег? Здесь? Да, в этом доме, к примеру. Ну, вообще-то мы здесь селимся за рыбу-фугу. А чтобы А. поселиться в таком доме, тебе нужно наловить 2 стака рыбы-фугу. Так, ну смотри, здесь получается моя голова. Вот. Стоит. Что там Ну, а это написано? железная дорога, о которой я был против, но какой-то лирик ее там построил. Вот. Поэтому я тут даже не написал, что вы забыли на моем болоте. На Вот. английском, да?
Великий. Она ведет из Левиксранска до моей деревни, или наоборот. Это Шрекск твоя деревня называется, на табличке написано. Да, это Шрекс. Кстати, забыл тебе рассказать, что он так называется. Вот. Кстати, можно какой-нибудь из домиков зайти посмотреть. Ну, у давай в этот. Вот, ну, давай в этот. Тут, в принципе, как раз никто не живет. Вот такой домик. Ну, прикольно, короче. Только почему у вас синие эти фонари, а не обычные факелы? Фонари? Ну, это магия. Ну, хорошо, смотри, вот этот домик тоже пустой. Можем сюда тоже зайти. Оп, вот. Тоже прикольный домик. Блин, хотел бы я в таком поселиться, да вот мы рыбу фугу не производим. Не, в маленьком доме ты можешь поселиться за 1,5 ста. Ну, наверное, ты уже понял, что этот портал, который там стоит, ведет в другие деревни. Ну да, я сам их знаю. Я сам их проводил. О, хорошая водичка тут, конечно. Ну и можем еще в этот дом зайти. У меня как раз есть ключ от этого. А именно, Мэри. Я его так взламываю. Это не твой дом, что ли? Нет, просто у меня ключа нет. Это, я говорю, это общежитие, которым я управляю. Вот. Ну, что-то тут еще и кровати нет. Вы что, так вот на полу берете, спите? Ну, вообще-то это обычное обычае. Вот, это только у меня кровать. Кровать это очень достойно. Да. Так. Ну, тем более, тут люди сами приносят свои вещи. Мы тут ни за кем ухаживать сами не будем. Выходи. Странное общежитие. Ты бы на большой земле видел. Что? Ты бы на большой земле видел бы, какие у нас общежития. А. Ну вот, короче, это еще арочка есть, могу здесь даже пройти. Вот. Ну, короче, как-то так. Вот эти я еще иногда грибки подсобираю, но они уже какие-то... Гнилые. Вообще они из Незера, эти грибки, по-моему. Но такого мира у нас уже давно нет. Ну вот, а еще у меня есть фугазин. Вот. Ах. Смотри, вот эти, получается, такой вход. Ой, ну ладно. Типа магазин? Ну, типа магазин. А какие там цены хоть? Цены? Ну... Сколько это что стоит? Ну там, короче, хорошо стоит. Ценники ко всем предметам, продуктам. Пока не кассы. Ну, тут написано нет кассы, просто у нас не очень образованные огры. Ну ладно, вот поднимайся выше, еще выше. У меня тут даже есть меч в камне. Прикольно. Вот. Да. Вот. Ну и на самом верхнем этаже тут всякая растительность продается. Вот. Ну, кто нужен просто сон? Обычный магазин. О. Ну, короче, ничего интересного. Вот. Как офигенная просто. Вот. Я сейчас смотрю на закат, просто сижу в закате, смотрю на это. И тут F. Наверху? Да, наверху я сел на крышу. Там не упади. А, блин, скользко. А. Ну ты, конечно, вообще. А, помоги. Я упал. Капец. А. Капец. Да в смысле? Так, ладно. Я не хотел падать, у тебя скользкая крыша. На тебе броню, на тебе броню. О. Чтобы было. А ногу перебинтуешь? Да давай вставай, что тебе тут бинтовать, что ли, что-то буду. Конечно, я ногу подвернул. Ну... Упал-то. Так. И сейчас я вызову день. Так, хватит уже напевать свои песенки. Ну вот, ну и еще всякие огрики маленькие, когда ждут своих мамаш, они вот здесь вот залезают и качаются на качельке, ну или песочницы играют. Да, по которым можно пораниться, ай. Нормально. Ну, вот какая-то такая у меня деревня. Ну, а теперь я предлагаю тебе оценить ее на 10 из 10 фуг. Короче, по 10-фуговой шкале. Наверное, 8. Потому что не все так идеально. Что у вас сегодня чисто, у вас канализации нет, у вас ничего нет, инфраструктуры. Мне кажется, тут никто из людей жить не будет. Так тут из людей никто и не живет, здесь живут только огры. Ну, я не знаю, я вообще бы, наверное, ничего не ставил бы этой деревне, потому что как бы оно не для людей вообще, в принципе. Но ну, так на 8. Но мы не люди. Так что не возникает. А, кстати, и еще мне как раз из этого пня, я его прорубил немножко, может, по лианам забраться. Вот, и здесь у меня выходит пар. О, потому что, помнишь, тепло. Я, что там люди жалил. Вот.
Ну, кстати, Шрек, или как там тебя, да, тебя Шрек, может там дать мне поесть, а то это, упал я больно. Ну да, кстати, тебе Плохо. уже, ты уже, наверное, нагостился, вот. Ну да, мне домой уже надо, там, полиция то искать Ну да, будет скоро. в принципе, я вот тебе уже дал брони, ты так не беспокойся. Вот могу еще кирку дать, если ты где-нибудь застрянешь. Ну вот тебе и еды. О, Вот, спасибо. а твою тухлую я себе оставлю, она вкусно пахнет. Ну да. Ну и все, тухло, идите по мультику. Ну ладно, короче, ты меня уже как-то позадолбал. Если сейчас не уберешься за 5 минут, то я тебя могу, в принципе, и съесть. Так, Я же сейчас говорю, ты пока. каннибал, блин, какой-то. Да Ладно, я не давай, пока. каннибал. Ну, ладно, давайте провожу еще и в деревне. Да. Ну, я просто. У меня такие шуточки. Я-то точно. Я-то не ем людей, я не людоед. Или каннибал какой-нибудь, типа своих родственников едите, нет? Возможно, Нет, здесь это такой тем традиции, более. нет? Какой еще традиции? Есть своих родственников. О, водичка, может тут поплавать. Кстати, можешь попить, она очень вкусная. Нет, я лучше меда твоего попью, который ты сделал. Ну, в принципе, так, в какую сторону ты идти? И вообще, ты откуда? Я из 13 деревни такая, на Кацевая. А, помню, помню, как-то я оттуда воровал свою шишку. Она, по-моему, где-то там вроде. Не бойся, просто эта шишка, она стоила очень много. Вот там бомб не было. Ой, я не Просто увидел. эта шишка, она очень много стоит в нашей деревне, поэтому никто стоит его воровать. А именно какого-то Джека вроде его зовут. Ну ладно, короче, я помню, как в эту деревню идти. Короче, вот, получается, подходи к фугазину. Вот так вот, напротив него. Иди в ту сторону, там увидишь всякие Завод. заводы, ну и. Да, А, ну и там уже все. найдешь, в принципе, дорогу. Ну ладно, давай, пока. Давай, пока, Шрек. Итак, друзья, я встретился сегодня с каким-то Шреком, побывал в деревне, нарубил себе кучу дров, он мне угостил. Поэтому все приходите к Шреку домой, если у вас такой есть. Ищите, короче, ваши отдаленные места на сервере, может там кто-то будет даже жить. Итак, всем спасибо за просмотр, эта история была очень классная. Всем пока-пока!